оберегать. Умело защищать Родину – это значит быть сильными, ловкими, умелыми, веселыми, честными, верными своему слову. Сегодня в нашем зале собрались юноши, учащиеся 11 классов, будущие защитники Родины. Позвольте мне открыть торжественную встречу вручения будущим солдатам приписных свидетельств. Поздравление и вручение прописных свидетельств предоставляется комиссару нашего районного военкомата Кудашкину Игорю Васильевичу. Добрый день. Значит, первое, что я хочу поздравить молодых людей с началом их новой жизни. То есть в вашей жизни открывается новая страница. Маленький, но очень важный момент. Вы получаете первый свой военный документ. Удостоверение призывника. Приписное удостоверение для призыва на военную службу. Это первый ваш военный документ, но он не последний. Следующий у вас будет это военный билет. С этого момента вы считаетесь уже гражданами, готовыми пойти на службу Родины, влиться в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Кто-то из вас пойдет в армию, кто-то пойдет учиться. Я поздравляю вас с этой замечательной датой и начала вашей новой жизни. Так что вот всех этих качеств я вам желаю,
Я очень хочу встретиться с вами в полном составе после того, когда вы придете из армии. И еще раз повторю, увидеть вас такими же красивыми, молодыми, но более сильными. Спасибо, что вы сегодня есть, что вы пришли. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, любые вопросы задавайте. Кто-то, может быть, стесняется, не стесняется? Да мы здесь одна семья. Отвечу на любые ваши вопросы. Вот просто мне интересно, что обычно с первой школы, со второй школы очень много ребят хотели пойти в военное училище. А в этом году тот желающих никого нет у нас. Перевелись желающие или какие-то проблемы возникли? То есть многие из вас еще об этом не думают. Время идет. Так, решить тогда, вручить вам прописные свидетельства. Так, Сергей. Чуть-чуть потише. Так, поэтому мы для вас приготовили небольшой конфликт. Всегда солдат. У страны любимой армия сильна, смелостью, отвагой славится она. Призывников сегодня мы встречаем и считаем от души. Наши ребята очень даже хороши. Поэтому сейчас мы для вас ребята с танцем квикстеп. Встречаем. Мальчишки через две Первое – лазомер, второе – быстрота, третье – натиск.
тем, что я россиянин. Для вас, дорогие призывники, танец «Ча-ча-ча». Встречайте! Вот ты мчишься навстречу огню.